И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон и Кэт Макс. Сегодня мы играем в Scrap Mechanic, будем смотреть классные постройки. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. А мы будем начинать. И Димончик сказал, что накачал каких-то крутых роботов. Ты меня даже заинтриговал, и не только меня. Так что давай показывай. Давай тогда пока что начнем вот с этого, а потом к роботам перейдем. О, Детран. Ребята, Детрана у нас в Scrap Mechanic не было всего несколько раз, а уже есть. Что-то подлагивает чувак. Немножко, а не? Димон, нет, я помню, это Детран. А, он похож на тот, но это не он. А что он так лагает? Не знаю. Не лагало, когда мы тут проверяли, не лагало ничего. Не, Димас, это, конечно, печально. Любой срабатывающий механизм начинает сразу все лагать. Так, кстати, видно, разработчик не постарался. Да, думал об этом. Ну красиво было. Зато как взрывался эпично. Унитаз прикольно прилетел с неба. Ха-ха, лайк за унитаз. Летающая аппарат. Выживает в любых апокалипсисах, так это унитаз. Так, Димас. Это наш прошлой серии. Мы не посмотрели это. Мы хотели посмотреть, да, но не влезло уже по таймингу. Так, Димон, это у нас какая-то крутецкая тачка. Это что, посевалка какая-то? Подожди. Впереди. Давай посмотрим. Чё это? Ага. Я понял. Так, закрыл калиточку. Кручу. Подожди, это... А чё это у него такое сбоку? Какая-то шляпа. О, Димон, привет, я дверь открыл. Димончик едет. И тут бомба реагирует просто случайно. И ничего, да что такое? Димас, давай попозже бомбу. А тут какую-то козявку поставил. Да там их так столько уже модов. Она одна взорвет, поверь. Про козябра это. Так она взорвет только если вплотную. Да она уже на танке твоем. Ух, как красиво разлетелось. О! Это робот-паук. Паук, да. Паук. У нас паук. Так, подожди, что у него тут? На животе ничего нет у него вообще, он лысый что ли? Пузатик. Так, давайте поднимемся, посмотрим, может что-то на башке у него есть такого, что механизм начнет работать. О, Димас, я на пауке. А как ты это сделал? Он даже как-то немножко шевелится, жопой дрыгает. А чё толку? Давай не дрыгай жопой. Ну, получается, это... Может, он танцует, типа, чамбу какую-то? Паук-танцор. Единственное, что этот паук может делать, ребят, так это махать задницей. Да, вот этот паук, конечно, блатной такой. Давай его взорвем, я сейчас заново этот же паука поставлю. Ух. Может из-за того, что я какую-то детальку сломал, просто я вначале сломал. А, может быть. А ну давай. Ух, какой бешеный. О, так, давайте я сяду. Где там садиться, так и не понял. А там прям на лобешнике у него прям тут на... О, где-то тут. О. Понял. Мне больше ничего он не умеет делать, Димас. Он очень слабый какой-то. Ни пушек, ни жопы там, ничего вообще нету. О, можно его, короче, ускорить, сделать какую штучку, Димас. Смотри. О, вот это мне нравится. Так, дайте, я сейчас это... Давай я удалю бомбу. А нет, пусть будет. Так, давай-ка сядем. Садись. Ну-ка. Нет, ничего. Блин, ну нет, он слаб. Не, мне он не нравится. Наутили его. Ого, я взлетел. У тебя прям жопа загорелась, когда ты летел. Ставим роботейку нашего. Воу, Димон, ну это такое себе, даже очень крутое. Даже подлагивает. Нет. А, ну да, чуть-чуть съела FPS. Угу, чуть-чуть, у меня 15 сел. А чё в нем такого крутого? Мне интересно, почему он не такой оптимизированный. Можно это поставить на него этот ускорителю? В него можно садиться, Димас. Я сразу уже заметил то, что в него можно зайти и посидеть. Всё, Димас, я сел. А, я тоже хотел сесть. А я тебя вот тебе за это. А не надо. О, выпрямляйся. Он встает. Блин, мужик вообще, мужичара какой. Так, на, Дима, смотри, с правой. Хотя. На, слева. Чё, у него рука разложная. Правой.
Слева. Выдвигается вперед рука, а та рука, типа колеса как бензопила, а тут прикольно сделано. Правой, слева. Трубы, типа выхлопные газы выходят. Такой здоровый мужик. Типа на Капитан Америка похоже. На Капитан Убийцу похож он. Блин, да. Чувак, ты мощнецкий. Ого, у него ускорители, ты назад едешь. А, нет, ну ты назад едешь. Смотри, Димас, как этот, как Джеки Чан какой-то. Да-да-да, роботы вперед. Так, давай мы сейчас проверим его на прочность. Давай-ка, взрывать его будешь, что ли? На расстоянии небольшом. Давай. О, прикольно, не весь разлетелся. Колеса остались. Я сразу вылетел, Димас. Что? Полностью. Так. Чётенько. Да, все отлично, ребят. Прикольный робот, такой необычный. Сколько мы уже пересмотрели, и все разные. И все крутые. О, это тоже робот? Робот-коробка? Робот-коробка, так, да. Так, теперь я управляю. Да. Тихо-тихо, ты раздаешь меня. Это какой-то рожа какая-то угрюмая. Ну, не грюмая. Подожди, это колеса плавит. Поворачивать. Ухмылка такая прям. Ого. Смотри, Димон, наверх, на крышу мою. Ой-ой-ой, а что это? А, он типа, знаешь, злой такой, короче. Ты, Димас, посмотри как на его рожицу. Ага. Видишь? Короче, это типа его волосы. Похоже, да? Это типа огонек. Там очень, блин, жесткий мужик. То ли это огонек, то ли, не знаю. Ну, как будто это волосы. И они у него горят. Ну, может, она совсем это не ездит? А что, я вообще не едет? А вроде едет, должен ехать. А, все, попробуй. Едет, то я завтыкал. Ну-ка давай, Димас, тебе бомбу прицеплю, поедешь? Не, да я еще поеду, чуть покатаюсь. Ну давай с бомбой покатайся. Я тебе помогу. Ого! А ну давай с другой стороны посмотрим, сколько она утянет. Давай, Диман, спереди. О, стой. Давай со всех сторон ее облепляй по две штуки. Стой. Будет 8 штук. Впусти меня, Димас, к себе, впусти меня к себе. Впустил? Так, где-то у тебя здесь... А, у тебя электрический двигатель только, да, здесь? Да, движок. Два на всю его пили. Все, давай закроем, на всю его сделаем. О, лучше, Димон. Давай, я буду смотреть, как рессоры садятся. Во, ниже. Давай со всех сторон равномерненько, чтоб на жопу не упал. Ага, хорошо. Во, на глазище ему. А ну, Димон, дай проверь. Я еще еду, давай еще цепляй. Мало. Еще? Блин. Давай, чтоб я не мог вообще ехать. Эксперимент. Не социальный. Не, Димон, убери вот эту внизу бомбу. Она мешает. Да. А, мешает, понял, хорошо. С этой стороны, где дверь? Давай я закрою, чтоб не мешало. Ого, то она переклонилась. А ну давай, Димон, проверяю. А мы едем бомбочками кататься. Давай еще, Димон, вешай, мало. Мало, да? Она не должна ехать вообще, она должна стоять. Ого, аж колеса... А, не, мне показалось, что колеса в текстуры пролазят, не. Ого, что ты за жопу построил мне тут? Ого! Нифигашеньки себешеньки. Во! Это что будет, мега взрыв какой-то? Это давай. Димон, я проверяю, да? Едь давай. Ого, она еле едет, но она едет, Димон. Давай, короче, буду ехать, а ты цепляй. Давай. Сейчас как раз сразу на ходу проверим. Сзади прицепи. Противовес идет спереди. В этого она едет мне. Сзади цепляй на жопе. Цепляю. Во, начинает ровнее ехать. Во. Нифига себе, колеса уже пролезли как. Хо-хо-хо, вот это мы построили кабаку. Ребята, офигеть, эта тачка гоняет, конечно, столько несет прям. Так и едет дальше. А как она столько уносит, я не пойму. Это что-то с чем-то, Димас. Едет, все равно. Ей все равно, понимаешь? Это машина тяговая. Можно столько бомб увезти. Ну чё, все, Диман, она уже не едет. Со всеми... Диман, ты выйди из тачки. Все, взрываем. Угу! Пипи. Видишь, какой хвост у нее. Смотри на хвостяру. Диман, я еду. Не, о, все, взрывает, Макс. Угу! Сколько бомб раскидалось. Так, быстро взорвалось. Блин, а бомб видел, сколько сейчас распалось? Ну, не знаю, наверное, бомб 100 было. По всей карте просто разлетелись. Ой, то что у нас за собака-кенгуру? Это лошадь-робот, Димас. Собака-кенгуру, классно сказал.
Собака кенгуру. А где... О, я вижу, где сади... О. Я сел, давай, не хочешь, что, я... Давай. Конячка скачет, скачет конячка. Это и на реально? Жопе ускорь... Ого, Димон! Ого, она тормозит! Тихо. Она же прыгает, когда тормозит. Димон, я разворачиваюсь к тебе. Давай. Тихо, еду, блин, еду. Коняшек ты-то дает. Не бежите лишний робот раз. Робот прям, конь. Давай. Посмотрим, насколько какая-то. А может еще... Ого! Что за сальтухи? Коняра, а ты что делаешь? А, тут датчики стоят, я вижу, слева и справа. Может ускорить эту штуку? О, давай, Димон, я хочу, чтобы ты ее улучшил. Протюнингуйте меня, лошадку мою. Останавливайся. Да что она как кусок говна? Да останавливайся. Я ничего не жму, она сама так делает, Димон. Как? Датчики, видишь, срабатывают слева и справа, и дергает ее. Прикол. О, все, я вроде... Блин, на подножку, наверное, надо поставить и снять. А, не, все, Димон, улучшай. Все, да. Только у меня подлагивает, конечно, но сейчас попробуем что-то сделать. Может, на подножку все-таки поставишь? Ого! Ой, Димас, а она сама дергается, ничего не жму. Я что-то удалил, Димас. Ты датчики исправил, они тебя дерганы стали. Димас, я знаю. Димас, цепляй ко мне бомбу, быстрей! Давай, я лежу на ней. Я ее усмиряю, она очень бешеная коня была. О, одни кишки остались. Блин, это коняра жесткая. Она бешеная. Ух ты, Дима, смотри, меха. Сейчас меху поставлю. О. Неплохой мужик. Сажусь на него. О, кстати, классно сделано управление. Прям ноги, движения. Прям заморочились. О, Димас, он может хватать. Смотри, у него клешни есть, три пальца. Только у него два в основном задействованы. То есть, как конечно, робот... четвертый бы не хватало. Как погрузчик какой-то. Он, знаешь, типа, да, транспортер. Что-то там перевозит, переносит там. Но это вообще как... Как силовая броня какая-то, можно сказать. На войне, прикинь, вот такой. Если у него пушку дать ему в руки, он пойдет такой. Самую бомбу на спину приклеить. Вообще бомба, блин, будет. А он, кстати, тяговой, он же, по идее, тяговой. А ну дай я попробую. Он же тяговой, Димас, попробуй. А ну, Димон, а че я падаю? Че такое, мужик, вставай. Ну. Давай бомбу цеплять буду. Цеплять бомбу? Ну, давай. Димас, ты тяговой робот, реально. А ну цепляй бомбы, сколько я могу унести бомб? И со спины еще цепляй. А, я упаду из-за этого сейчас. Ну, в общем, ребят, это такое, чисто защита, короче. Чисто робот, да, для взрыва, не более. Для взрыва. Ого, я подлетел. О-о-о. О, я от земли отскакиваю. Тут что, земля резиновая, что ли? Или что это такое? Ну да, да. Ну, смотри, сейчас будет вообще ураган, конечно, жесткий. Удалять эти штучки. Сейчас будет. Хорошо. Такой робот. Вообще прикольный очень, реально. Смотрите. Давай, ставь. Ставлю. Так, это у нас что? А это у нас? Робот-титан. Пиздрик, да? Он такой. Подожди, толстый. Это какой-то как... Ну что, на кого-то он похожий. На кого-то. Я сел. Ой, а где ты так? Ого, он... смотри, как он, Димон, руками машет. Видел? Это а Димон, ну иди сюда. Щит и топор такой прям. А ну сюда, это я сказал, викинг. Иди. Викинг, Димас. Дворф. А я иду, драться топором. И не... Он как-то так ходит стрёмно вообще. Короче, Димас это гном. Дворф это гном, короче. Ты, Димас, за гнома играешь топором. Ух, убью. Знаешь, что не хватает его? Перекрасить его не хватает. Да? О, нормально. Вот так, кстати, со стороны смотрится. Его не хватает только перекрасить, Димас. Сейчас. Я тебя перекрашу. Так, а как тут менять цвета, кстати? Ну чё? Ого, чё это с ним? Бухой, что ли? Мужик, ты чё? А чё его колбасит? Давай рукой помогай, вставай. Так. Ой, Димас, ну, чё-то он себя плохо чувствует совсем. Глючит, ну, да, его, ребят, что-то. Ну, не хватает, чтобы разработчик его просто перекрасил, видите? То есть... Всё, Димон, я его улучшаю. Хитрость, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.